И так просто и быстро нашло все осколки сердца. И разбитые части его вдруг соединило. И мне кажется, так холодно в жизни не душило. Как долго мы наполняли краски, что цветок раскрывал лепестки. Сердце чувство ласкает меня, правды жизни не считали. И только солнце играет росой, и вино еще живо лозой. Все цветы настоящего дня для тебя, конечно. Посмотри на меня, добрый мир, я твоя чистица. И пока не закончены дни, есть одна страница. От того же зависит теперь, как ее допишут. И какими будут жизни моей, правда не забыть. Но кто в тебе и наполняет краски, что не то раскрывало и верни. Тем не чувство ласкает меня, праздник жизни вечера. И пока солнце играет ростой, и вино еще живо водой. Настоящего дня для тебя, конечно. Efrem Amiramov. Знаете, Коля, даже без микрофона, классный зал. Здесь легче общаться даже так. Я... Знаете, я попытаюсь быть лаконичным, насколько возможно. Отвечу на все записки. Я немножко покажу старшего депутата, не прочтешь, а я. Я знаю, может быть, это будет некрасиво с моей стороны. Вы выглядите, когда я это скажу. Я знаю, что много хороших и добрых слов будет в ваших, пусть маленьких, но теплых записках. И если можно, я попрошу своего друга не читать об этом. Я заранее всем благодарен. Только вопрос, если можно. Хорошо, Саша? Подъедите на время, чтобы подарить вам больше пива. Ну, здесь, конечно, очень много приятных слов. Я потом это все передам тебе, ты все это прочитаешь. Просьба такая.